Сегодня администрация Уфы проводит торги на право аренды земельных участков. Всего участвуют 4 лота общей суммы 11 миллионов 365 тысяч рублей. Участки предоставляются под строительство торговых комплексов и бизнес-центров. Цены ежегодной арендной платы варьируются от 725 тысяч рублей до 4 миллионов 880 тысяч. Земли расположены в разных районах города, общей площадью чуть более 3 гектаров. Итоги торгов подводятся конкурсной комиссии в день проведения аукциона.